Привет всем. Итак, ответ на вопрос. Что будет, если отключить датчик детонации полностью? Сразу должен вам сказать, что без датчика детонации значительно уменьшается ресурс работы двигателя. Детонация двигателя – это процесс самопроизвольного воспламенения топлива в цилиндрах, носящий характер взрывной волны. Основные факторы, из-за которых появляется детонация в двигателе. Первый. Состав. Формула горючей смеси. Второй. Угол опорожнения зажигания. Третий. Октановое число горючего. Четвертый. Уровень сжатия. Датчик детонации предназначается для контроля уровня детонации при работе бензинового двигателя внутреннего сгорания. Датчик устанавливается на блоке цилиндров двигателя. Он является значительным компонентом системы управления двигателем, то есть как позволяет осуществить наибольшую мощность двигателя и обеспечивает топливную экономичность. Некоторые автовладельцы и вовсе пытаются отключить датчик детонации, так как думают, что при нормальных условиях эксплуатации и заправке хорошим топливом может казаться оно ненужным. Однако это не так, поскольку детонирование возникает не только из-за плохого топлива и проблем со свечами, компрессией и пропусками зажигания. Поэтому, если отключить датчик детонации, то последствия могут быть следующими. Быстрый выход из строя прокладки КБЦ со всеми вытекающими последствиями. Ускоренный износ элементов цилиндропоршневой группы. Трещина головки блока цилиндров. Прогорание одного или нескольких поршней. Выход из строя перемычек между кольцами. Изгиб шатуна. Подгорание тарелок клапанов. Это обусловлено тем, что при возникновении детонации в двигателе электронный блок управления не будет предпринимать мер по ее устранению. Поэтому ни в коем случае не нужно отключать его и ставить перемычку из сопротивления, ведь это чревато дорогим ремонтом. Можно отключить датчик детонации только лишь временно. Если, например, датчик детонации вышла из строя, то покупки нового и замены можно снять. Помните, без датчика детонации значительно уменьшается ресурс работы двигателя. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь в соцсетях.